Всем привет! Добро пожаловать на нашу кухню. Сегодня мы приготовим щи. Щи будут диетические, так как мы на диете. Итак, смотрите, что у нас будет. Вот здесь вот квашеная капуста, мною поквашена. Несмотря на то, что она такая темненькая, она очень вкусная. И такая ядрено заквашенная. Для бульона пойдут косточки, мясо, луковица, морковка, чесночок в конце, соль, перец по вкусу. Итак, приступаем. Сначала мы поставим мясо вариться для бульона. Вот решили взять такую мозговую косточку, чтобы получился наваристый бульон. И такие куски мяса тоже для варки. Они... Так, вот что, все использовать, нет? Сейчас я, значит, это помою. Здесь вот, в принципе, я ничего обрезать не буду. Вот, может быть, вот это вот только ерунду. А так, в основном, это мясо подготовленное для варки. Оно тут содержит разные жилки. Они дают дополнительный такой наварчик. Ладно, вот так вот это все подготовлю. Значит, включаем. Я вот так. Сегодня у меня будет обед из трех блюд. На первое будет щи, на второе ребра с артишоками. Эти все три рецепта я покажу. Не в одном видео, наверное, разобьем на три видео, но в принципе процессы, наверное, где-то пересекутся. Поэтому не обращайте внимания, если вдруг в духовке что-то готовится в данный момент. Или на плите, когда будете смотреть видео про ребра. Итак, включаю плиту. Набираю водички. Опускаем туда мясо. И отправляем на плиту вариться. Так, первый процесс пошел. Это отставляем в сторону. Все равно нам еще долго мясо варится. Включим свет, чтобы было видно, как оно варится. Так, у нас бульончик варится. Для тех, кто, как говорится, в танке, подсказываю, что нужно не забывать снять пенку. Ну, может, кто-то не знает или не в курсе. Хотя, наверное, уже нет таких, кто не знает, что пенку надо снимать. Я сейчас быстренько уберу ее и продолжим варить. Итак, ждем следующего этапа. Так, вот у нас бульончик варится уже где-то минут 40. Хочу подсолить его, чтобы мясо было соленое. Вот так вот. Немножечко. И брошу перец горошком. Так, знаете, где-то горошин 6-7. Также я добавил кусочек лука-порея для вкуса. Бульон варится на медленном огне. Видите, он у нас какой прозрачный получается. Да. Он должен потихонечку томиться, не бурлить. Тогда бульон будет вкусный и прозрачный. Еще чуть-чуть подсолю на глаз так. Потом буду пробовать.
Итак, продолжаем варить наши щи. Я хочу пассеровать морковку с луком и с капустой, и потом все это добавить в кастрюльку. Так, ну, сейчас очищу морковку. Режем ненужные части. Так, где у нас терочка? Морковку я натру. Соберем все, чтобы ничего не осталось. Все дело. Так, порежем лук. Так, лук порежем только белую часть и сделаем кубиками. Добавляем на сковородку пару ложек маслица. А этот зелень добавим в конце вместе с чесночком уже в тарелочку или в кастрюльку в конце. Добавляем на сковородку лук. Лук не любишь? Я его хорошо тогда пережарю, ты его не почувствуешь, нет? Или убрать? Нет, ну надо когда-то и для тебя. Ну, а для себя я делаю для себя. Это все для меня. Это все для тебя, да, для тебя. Так, морковочка пошла. Так, вот я хотел теперь добавить сюда капусту. Так, вот я, наверное, немножко подсолю все же морковочку. Так, подперчу. Слегка, чтобы... И мы добавляем сюда капусту. Здесь ее тоже пассируем, а потом уже переложим в кастрюлю. Вот так вот я аппетитно мешаю. Марина говорит. Сейчас я добавлю к ней немножко бульончика. Вот мы потихонечку тушим капусточку. Сейчас начнем ее добавлять в кастрюлю. Уже, так скажем, суп. Я, пожалуй, вытащу косточки, которые там у нас есть, потому что
место освободим немного. А вот прям сюда их положу. Такие вот красивые косточки. Они нам здесь уже не нужны. Они отдали всю свою красоту. Остались кусочки мяса. И я буду выкладывать сюда. Просто добавлю немножко температурки. Густые, наваристые борщи. Все хватает. Кисленькие, вкусные. Да, все хватает. Чуть-чуть можно добавить перчика, соли, но поварится сначала, потому что капусте еще надо нормально повариться, она жесткая. Оставим еще на полчаса, когда у нас капуста сварится, мы добавим чесночок, лук, и все будет готово. Итак, мы продолжаем готовить щи. Подошел финальный этап, я хочу добавить сюда лучок, чесночок, чтобы такой придать аромат. Вот такой вот зеленый лук добавлю. Покрашу. Много не буду, наверное, одну. Да. Один зубчик хватит, наверное. Вот такую вот смесь. Я хотел добавить лаврушку, забыл совсем. Добавим чуть-чуть лаврушечки для запаха. И вот у меня тут есть еще сухая петрушка. Теперь мы дадим настояться. Минут 15-20 и будем пробовать. Ну вот, ребятки, мы приготовили наш супчик, щи с квашеной капустой. Получилось, по-моему, просто обалденно. Сейчас я налью тарелочку. Вот можно посмотреть, что у нас здесь внутри. Получается, щи диетические, здесь ничего нет, кроме капусты. Капусты и мяса. Вот мясо кусочек добавлю. Вот так вот. Так. Рецептик такой диетический. Но так как Марина у нас любительница картошки, то эти щи подаются с картошкой. Очень даже прекрасно, запеченная картошка в духовке, с маслицем, специями, вот такой вот, как сметана, густые очень. Вот такое вот блюдо. Я любитель остренького.
Щи, в принципе, получились жирненькие. Мясо. Свинина, хороший там кусочек. Ну что, будем пробовать. Как обычно. Картошечка. Но мне нельзя картошечку. Я так просто понюхаю. Скажи поближе, какая. Ай, какая вкуснятина, смотри. А сейчас я попробую супчик. Вкуснятина. Такие сейчас кусочек мяса попробую, какой получился. С капусточкой. Всем приятного аппетита. Кто попробует приготовить, или готовит, или кушает. Кто смотрит канал, спасибо за то, что смотрите. Ставьте лайки. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Мы вас ждем. До новых встреч. Всем пока.